Алтарь поклонения Святой Троице заказал дюреру Матиас Ландауэр, нюрнбержец, владелец процветающей медной мастерской. Ландауэр построил за свои деньги богадельню для 12 одиноких стариков, бывших ремесленников. Молва окрестила ее домом 12 братьев. Была сооружена при богадельне капелла. Для нее и заказал Ландауэр алтарь знаменитому художнику. Алтарь было решено делать небольшим, без боковых створок. Уже одно это было ново и необычно. От боковых створок, от большого размера, Дюрер отказался легко, но не смог расстаться с представлением о том, что алтарь должен быть непременно торжественным. Капелла дома 12 братьев была посвящена Троице и всем святым. Это определяло сюжет картины. Работал над ней Дюрер очень долго. Первые наброски сделал еще в 1508 году, а появилась картина в капелле только в 1511 году. Ему все казалось, что работа еще не готова. Дюрер прописывал картину тончайшими слоями темперы, в некоторых местах слегка дотрагиваясь до ее поверхности маслом. Там, где краска слишком блестела, он гасил блеск, слегка прикасаясь к ее поверхности пальцем. Картина навсегда сохранила следы этих прикосновений. Когда Дюрер в верхней части картины написал голубя, воплощение Святого Духа, под ним Бога Отца, который держит крест с Пресвятым Христом, он следовал давнему обычаю. Такое изображение Троицы было традиционным и называлось «тропом милосердия». Но Дюрер не просто повторил общепринятое, это было не в его характере, да и время повелительно заставляло искать новых решений. Тот, кто подходил к картине Дюрера, сразу видел, на небо вознесены не только святые праведники, но и миряне. Они образуют единую толпу. На клубящемся облаке, которое парит в воздухе, как огромный ковер-самолет, стоят епископ, рыцари, богатые горожане, монахи и монашеньки, солдаты, крестьянин с цепом. Все в праздничных одеждах и все вместе. Так Дюрер выразил мысль, что все жители земли и те, у кого есть деньги, чтобы заплатить за отпущение грехов, и те, у кого их нет, и знатные, и простые, и богатые, и бедные, равны перед тропом милосердия. Обитателям дома 12 братьев было интересно разглядывать людей в толпе, тем более, что некоторых они узнавали. Вот седой старик необычайно робкого вида. Это заказчик картины Матиас Ландауэр. На прежних алтарных картинах их заказчики, донаторы, выглядели чаще всего людьми важными, уверенными в себе, гордыми своими нарядами и гербами. Ландауэре Дюрер всячески подчеркнул смирение. Созерцающие картину догадывались, страшный суд миновал, началось тысячелетнее царство Божие, царство справедливости, равенства, всеобщего братства людей. Внизу, под нижним слоем облака, опустевшая земля, на ней одинокая крохотная фигура. Она опирается на камень, на котором написано, кто и когда создал картину. Это Дюрер. У него печальное, задумчивое лицо. Он единственный, кто остался на земле и кто грустен. Он изобразил себя таким, каким был по большей части, когда работал над поклонением Святой Троице и вообще в эту пору своей жизни. Не только этот человек, который печально, одиноко и отрешенно стоит на земле, но и все, что его окружает, деревья, холмы, горы,
кажется бесконечно удаленным от того, кто глядит на картину. И все фигуры, которые парят в небе, опираясь на облако, по сравнению с крошечным человеком, огромны. Зритель невольно перестает замечать, сколь мал алтарь. Благодаря соотношению между фигурами в небе и фигуркой на земле, он кажется монументальным. Картина была необычайно красива. Самую большую радость при взгляде на нее доставлял цвет. Картине этой, в отличие от других, которые погибли или были сильно переделаны при реставрациях, посчастливилась. Она уцелела и пережила века. Ее краски до сих пор сохраняют пленительную свежесть, яркость, силу. В картине победно звучат красный, синий, зеленый и золотой цвета. Светло-синий плащ, трепещущий позади распятия, перекликается с темно-синим одеянием Марии, глухими синими одеяниями пророков, синими нарядами миря. В толпе вспыхивают алые, кармино-красные и багряные пятна одежды. Музыкально-радостное многозвучие цвета вызывает радость в душе сегодняшнего человека, который видит картину в музейном зале.